Они не знали, кстати, но я не сказала. Да? Они не знали. Ромашов придет, да, Жень? Вы не будете на вечеринке присутствовать? Я думаю, меня больше там никто не ждет. Почему? Вы, кстати, не общаетесь после этого? Прямо общаться не общаюсь. Ну, ты нормально общаешься? Ну, без злобы? Я на том месте ножом бы ее ночью. Ой, тихо, блин, уже все. Это можно. Да. Что ты, блин? Ладно, ладно, мне только что будет. Хорошо, я тебя услышу. Что, может сходить позвать Деву? Может, позвать кто-то там, кстати, собирался. Мало кто хочет реально прийти, на самом деле. Пошли. Не, ну как-то вообще, что за люди? Ты что, охренели, что ли? Нам тебе носил. Там есть. А кто стакан уже взял? Это лошадь, психолог. Какой? Дед. А, ну, серьезно? Да. Что-то я этого не видел. Это все Артем заказал? Или это? Ну, один. А что он ожидал вот вечеринку устраивать? А? Кто придет на эту вечеринку? Что он ожидал? Не знаю, Серёг. Не знаю. Просто вечеринку захотели сделать, типа, и все. Мы договорили там, девчонки собирались прийти. Какие? Рита. Да. Кто там еще? Кто там еще? Ты что, не бухаешь, Рита? Все? Делать? Не хочу. Может, посидишь? Тебя вообще никто не увидит. Вечеринка у Децела дома. Очень много народу у нас на вечеринке. Сесть некуда. Что, разлито? А тут что-то туда под... Безус, да? Говоришь же. Безус? Я не знаю, он говорит, я кружился, вылетела. А вы же как будто хор был, не было. Я не знаю, мы что пришли. Вы же тут были? Ты что тут была? Спокойно было. Вечеринка в честь заселения Гранта и Юля. Да. Сейчас ребята придут, я уж угораю. Нельзя на стол. Блин, башка болит, таблетку выпила, что-то не болит. Ты выпей. Ну, я без воды еще не сильно. Я выпила сильно, я скромула. У меня, ну, хороший сильно, скажи. Сырокая печина. А мне и на лобном болело, я же так сидела, мне, да. Когда болит, аж глаза давят, щипит. Постой, ты можешь? Что-то расширить, может, не мешало? Не, у меня частенько болит голова, у меня сотряс. Попробуй выпить, реально. У меня сотряс был. Чуть-чуть. И внутричерепное, да? Давление. Немножко. Ну, как у меня. У меня давно уже. У меня несколько раз отразил. Блин, плохо, когда стрессили, конечно. Ну, на память сильно повлияло, да. Там плохо. Память, да? Угу. Я тоже. Я очень быстро все забываю. Не, ну как, я не забываю, но... Я тоже, если мне напомнить, типа, вот даже про ситуации какие-то, если мне
часть какую-то напомнить, я могу все вспомнить. А так сама вспомнить, что да, очень тяжело. Да. Сейчас еще не надо. Спасибо. Дайте мне. Я наелась. Так, какой повод? Какой повод? Ваши, то, что вы объявили себя парой? Ну что ж, я вас поздравляю. Давай, давай, объединимся. Дадим повод Артему Гранду или еще за ребятами пошел. Поздравляю. Спасибо. Это нет. Вот, а он... Надо девкам было сказать, чтобы вообще куклу взяли. Да. 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 Нет, раз мы взяли. Да. Угу. Ой, Настя. Что ты знаешь? Да, девочка. Да. Будешь с нами? С нами будете? Артем, ты лучше сходи реально в дом и позови всех сам. Я позвала, что буду. Нет, многие не придут из-за того, что это у Артема вечеринка. Слушай, ну ты посмотри, даже я пришел. Тем, Тем. А Леша тоже ушел, потому что твоя вечеринка. Ты мне скажи это, в такой момент ты мне сегодня по поле не будешь кидать по всей. Это закрыто. Мужскую не заходи, а девчонка сейчас придет. Мужской Леха. Мужской Леха, Бухич и Варенко. А ничего. Спасибо. Они что? Да. Сюда, попляд. Место никто не занят? Нет. А тут занято? Тут Леша играл. А, тогда. Блин, так голова болит. Голова очень болит, ребят. Вечеринка у Децлана дома. Вот ребята смотрят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Нет. Восемь человек нас пока. Вот, я о чем говорю. Что приятно. Вы смотритесь. Ну, это говорю. Если у вас такая девочка. Ну, кто-то сегодня из ребят сказал, что мы даже похожи. Кто же это мог? Кто это? Что? Ты что себе позволяешь? Кто? Кто он, этот человек? Она или он? Он в Дмитрий находится. Что мы знаем? Так, сейчас. Что случилось? Что расстроился, что Лянку ехал? Что Мандазиру ехал? Ой, как он там уехал? Блин, так голова болит. Все, ребят, я отключаюсь. Давайте позже зайду.